Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть в GTA 5. Ну и, собственно, продолжаем искать наши осколочки. Нам осталось совсем немножко и найти. Если, допустим, мы в этой серии найдем 5 штук, я буду просто счастлив, если мы сможем найти 5 штук. Вот, если нет, то нет. Так, нам необходимо найти речку. Точнее, не речку, а дорожку. Дорожку вот такую, и она находится где-то... Вот тут, что ли, в реке? Да, слушайте, по-моему, находится в реке. Ну, я понял, где это. Поэтому летим туда. Летим вперед на приключения. То есть, каждый осколок, вообще, он индивидуален тем, что он находится в тех местах, которые, ну, разработчики постарались. То есть, если в них внимательно посмотреть, то можно вспомнить какой-нибудь отголосок к какому-нибудь фильму или какой-нибудь забавный плакат, логотип, там, место само красивое. Ну, это здорово, на самом деле, что в таких местах я бы вообще не побывал в обычной игре, когда проходил основную сюжетную историю. То есть, это очень круто. То есть, специально, я думаю, они вылили свет пасхалки, ну, то есть, то, где их искать, ну, специальным образом, чтобы люди искали. То есть скинули на какой-нибудь журналистский сайт, и там уже люди сами распространили. То есть это тоже стандартная практика, когда люди сами говорят, где какая пасхалка, где какой чит, ну, чтобы, так сказать, привлечь внимание. Ведь, ну, допустим, много ведь сайтов пасхалки GTA 5, да, и, допустим, не только сайтов, игровых каналов, ведь это все тоже придает какой-то пиар игре. Поэтому мы с вами сейчас вот поищем. Так, же. Надо нам сейчас приземлиться. Приземлимся мы вот тут, чтобы не мешать машинам. Так, приземляйся. О, можно, допустим, я знаю, я придумал. Они могут сделать что-то вроде GTA Vice City. Шестую часть, то есть. Ну, в те времена, то есть на новом движке, для новых консолей поколения. Ой, блин, далеко исчезнет вертолет, боюсь. Ну ладно, это вот где-то вообще вот тут у нас. Где-то должен быть тут. Да. О! Блин, это сложно. Ее подобрать даже сложно. Потому что нас уносит течение. Сраное течение. Есть. Правда, тяжело ее было подбирать. Единственная, наверное, осколок, который тяжело подобрать физически. Вот. Давай, ты хватит. Нам надо выплыть тут. Тревор, ты что? Весь промок. Чё, волков сейчас еще привлекешь тут. Интересно, тут есть оборотни? О, красивый, кстати, вид. Небо, звезды, вертолет. Мокрая задница Тревора в костюме. Надо ему кроссовки было одеть, а не туфли. Вот так бы он выглядел более эстетично. Так, следующая пасхалка. Находится Grand Senior. Я даже места такого не знаю. Ну вот, наверное, вот тут, да? Судя по всему, да. Находится вот тут. Очень удобная карта. Полетели. Может, ну, за эту серию-то вряд ли мы все соберем. Да, может, еще серии 2-3. Потом, я думаю, будем собирать еще что-нибудь. Какие-нибудь. Вот для субмарины я так все и не собрал. Все эти штуки. Ну, Майклом уже. Ну, субмарины это, конечно, скучно. Там под водой как-то мутно. Ну, все же это надо пройти. А, да, вроде когда проходишь на 100%, дают футболку, я прошел игру на 100%. На которой написана эта надпись. Это очень забавно. Ну, тут у нас вот все-таки мы цель какую-то определенную преследуем. Нам дадут прикольный автомобиль. Так, летим. Кстати, я тут посмотрел недавно фильм «Гравитацию».
такой интересный фильм. Ну, как интересный, точнее, не очень фильм. Его как-то переоценили в России. То есть в Америке-то все нормально считают, что он такой не ахти. А вот у нас почему-то считают, что это что-то такое прям вау. Хотя сюжет там ни о чем. Задумка тоже, ну, так себе. Ну, как, задумка прикольная, космос, все дела, можно было поинтереснее делать. Но все же мало. Мало каких-то таких сюжетных переплетений, да и вообще. Понимаешь, что бац, и что не случается с героиней каждые полчаса. Точнее, не полчаса, а каждые 5 минут. Просто, чтобы очко у зрителя не разжималось, и чтобы он продолжал смотреть с таким, как это назвать-то, волнением, что ли. Вот, поэтому сняли этот фильм. Так, давайте дальше. Gran Signora Desert Souls. Так. Это вот тут. Так. Где-то вот тут. Да ведь? Да. Полетели? Недалеко, кстати. Кстати, это вообще что за здание-то? Тут должно быть welcome написано на плакате, а тут что-то ничего нет. Ну ладно, полетели. Дом. И что-то там на билборде написано. Сейчас посмотрим, что там написано. Чего? Письмо? Подождите, мы нашли письмо. Тут, видимо, и письма. А, еще письма надо же будет искать потом. Но мы-то ищем не письмо, правильно? О, разрушенный дом. Да, как-то странно, что же его так разрушило. Ну, зато мы взяли и письмо, и просто надо запомнить, что тут письмо потом не брать. Так, дальше едем. Давай, Grand Signora Desert Souls West. Так, на корабле. Ну, на корабле мы брали уже, судя по всему. Grand Desert. Тут тоже брали наверху. А вот под мостом вот тут не брали. Под мостом. Это вот тут у нас. Это где-то вот... Так, подождите-ка. Ага, вот тут не под мостом, а рядом с мостом. Просто там мы две брали, это я точно помню. Брали на такой штуке, которая как... как ее назвать? Радиовышка, что ли? Вот, с антенной такая большая. Радиолокатор, как-то и так. Вот, а... Ну и там еще рядом брали на яхте. Наверху поднимали ее. Так, вот тут не брали. Это вот только где? Только где? Под мостом, ведь так? Так, аккуратно, 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 аккуратно садись, аккуратно садись, аккуратно садись, аккуратно садись. Аккуратно. На воду не надо нам. Вот так уселись, ладно. Вопрос, где? Ну давай, разбись еще тут. Ага, возможно, вот тут. О, я слышу, начал слышать. И вижу. Ну, отлично, что мы собрали 40 из 50. Ой, дай бог, мы еще 5 соберем. Чтоб потом в следующей серии уже собрать остатки. Так, следующее. Где-то рядышком с этим местом.
Да, рядышком, выше, вот тут. Где-то там будет у нас дыра какая-то. Ну, не дыра, а что-то вроде пещеры. Ну, полетели, что? Не так далеко, это очень круто, что не рядышком находится. Угу. Птицу, что ли, мы сбили? Да, забавно. Так, подожди, давайте смотреть, где. А, где-то по центру реки. Будет у нас по центру реки камень. Или на камне, или где-то еще. А, ты что ж такое-то? Я думаю, вот тут. Ну, подождите-ка. Должна же быть. Либо тут, либо тут. Подождите, давайте посмотрим, как... А, он тут не показывает, как он смотрит. Или это вообще не та река? Да, та. Как... А, ну ближе вот к этому, к этой точке. Все-таки. Ну, может, мы даже брали уже. Никаких доп. Звуков я не слышу. Что-то мне подсказывает, что мы могли ее взять. Ну нет, нифига. Все, что, медведь? Нет, лось. Все, убежали, ничего нет. Сейчас с другой стороны пройдем. Очень странно. Я, может, даже пропустил чего. Ну, ё-моё, Тревор. Ну, слушайте, нету. Ну, вот показывает вот сюда. Я правильно весь смотрю? То есть, вот эти два камня. Может быть. Ну, скорее всего. Потому что вот рядышком... Нет, это... Может, даже другие камни. Сейчас поищем именно те.
Ну, я ничего не слышу. Вот это в этом весь и минус, что показывал бы, где я находил уже. Ну да. Вот это место. И вот эта тропинка, где могла бы быть. Эй-эй-эй-эй-эй. Течение, не уноси нас. Ё-моё, Тревор, прыгай. Да, вот тут должно быть, по крайней мере. Но ничего нет. Я застрял. Ладно, нет так нет. Видимо, брали уже. Да, печально, когда берешь, что-то нового не помнишь, как ты брал. Поехали дальше, что? Центральный, Сэнди. Ой, вот тут что ли? Карта такая. Глаз выткнуть тому, кто видел. Еще на кнопку, на картиночку, если нажать, она не откроется. Ладно, полетели. Дальше. Ладно, вот хоть близко. Промудитесь. Да, шустрый очень. Очень шустрый вертолет у нас с вами. Просто чума. Смотрите, как быстро летит. Быстрее поезда, наверное. Ну, по-любому быстрее поезд. Но очень шустро. Так, мы почти добрались до пункта назначения. А что у нас там, песчаный карьер? Где-то вот тут. Вон, я вижу. Я вижу, вижу, вижу. Стой. Стой, 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 стой. Аккуратно, аккуратно садись. О, нежно. Попка младенца. И-и-и. Мы подобрали. Отлично, мы почти сдохли. Так, ищем следующую точку. Маунт на горе. Это посложнее будет. Маунт, маунт, маунт. Где-то на горе. Нет, надо, подождите, ориентир какой-то найти. Там рядом. Ага. Рядом выезд. А, ну вот, все, нашел. А, на горе, мы тут искали ее. Я помню. Друзья, мы тут искали. Но, причем... Нет, мы тут не искали. Или пытались найти, по крайней мере. Ну, может быть, слушайте. Не помню уже. Айс. Но так и не нашли, насколько мне известно. Всякие билборды. Enjoy. Нет, мы тут не были. Или были. Не помню, туман. О, вижу. Вот тут-то мы и... По-моему, или тут, или так. 140 какой-то там серии смотрели. Осколки. Блять, не падай. Есть. 42.
Давайте дальше смотреть. Так, что у нас тут? Spaceship. Где-то вот тут должен быть. Да? Нет, даже не тут. Ниже. Ниже, вот в этой закоулке. Ну, сейчас мы с горы-то быстро полетим. Тут у нас хоть и туман. Все двери открыты. Пофигу, полетели. Вперед! За приключениями. Очень быстро летит из горы. Просто несется. К тому же он как бы снижается, при этом, когда мы вперед летим. Это круто. Туман, блин, еще. Ни черта не видно. Прикиньте, когда на хардкоре. Без карты. Без всего. Так, подождите, где? А, ну где-то на этой хиппи горе мы тут подбирали. Я что-то даже не посмотрел. Ну, видимо, вот тут. Где буковка Б, да? А, нет. Нет. Но мы тут поднимали, это факт. Поэтому полетели дальше. Ага. Вот Аламасия. Так, это у нас вот тут будет. Или мы тут тоже уже брали. Не помню, блин. Полетели, чё ж съестим. Подождите, у меня же есть стеночка, где я отмечал, где мы могли брать, а где нет. Ага. А, вот тут мы так и не нашли, по-моему. То есть, мы тут пытались искать подводной глуши. Ой, чуть вообще что-то сильно нас затронуло. Ну, нарисовано, что где-то вот прям по центру этой глуши, вот где-то прям по центру этого озерка мы сможем найти. Но оно глубокое. Поэтому будет сложно. Точно по центру. Где-то там за камнем лежит. Осталось найти камень подходящий.